Вот такой вот крабик. Убираем. Нет, еще чуть-чуть, тоже нет, еще буквально вот так. Пошел вроде бы. И дальше от руки. Туда надо что-то подставить. Сюда я подставил, сейчас сюда потечет. Вот так достали. Дальше в ремонтах меняйте масло сами, не бойтесь ничего, страшного здесь нет. Вопросы задавайте в комментариях. До новых встреч, пока. Вон там еще у меня стоит литр эльфа. Сейчас буду доливать в коробку.